Всем привет! Я сейчас буквально за пару секунд покажу, как сделать замечательное колье на шею, которое украсит любую кофту, платье, грубо говоря, разнообразит ваш гардероб. Для этого мы идем в трикотажный магазин, покупаем коротенький кусок цепочки, каждый мерит под себя, так, чтобы оно плотно обхватывало шею. Покупаем любого цвета ленточку и соединяем два конца вот этой той самой ленточки. Смотрите, можно сделать одним способом. Можно к каждому концу приклеить термоклеем кусок ленты. Да? Здесь приклеить и тут приклеить. И потом как на завязке завязывать. Да? Но это более геморный способ. Во-первых, возиться с термоклеем. А во-вторых, так у нас есть кусок цепочки и разноцветные ленты разной шириной, ширины и разной плотности. И мы просто можем под любую цепочку чередовать любую ленточку. Так намного лучше. Поэтому я вам советую, берем кусочек цепочки, берем любую ленту, продеваем через одну петлю, через вторую и завязываем бант. Я сейчас это доделаю и одену свое украшение на шею, одену разные блузочки, и вы посмотрите, насколько оно действительно симпатично смотрится. Кроме того, такое готовое колье продается как бы у нас около не меньше 10 долларов. Поэтому я не вижу смысла тратить такие сумасшедшие деньги, учитывая, что метр такой цепочки стоит 60-90 гривен. То есть за 3-4 доллара можно купить пару кусочков, пару ленточек. Вот так вот. Вот такое вот колье у нас на шею получится. Оно смотрится очень симпатично. Можно взять цепочку потоньше, можно потолще. Вот. Давайте посмотрим, как оно выглядит на шее.